баттл между молодежью и бабушками. В таком интересном формате прошел этнографический концерт в рамках Всероссийского фестиваля-конкурса «Свадьба в Обломовке». Старинные обрядовые песни исполнили участники фестиваля и приглашенные носители традиций Симбирского Ульяновского края. Первыми на сцену вышли норовские пивуньи из села Норовка Целининского района. Возраст их колеблется от 65 до 82 лет. Все они родственники. Четыре сестры и их племянница. Вел концерт Михаил Матлин, научный сотрудник Центра развития и сохранения фольклора и организатор многих этнографических экспедиций. Именно в экспедициях он и познакомился с приглашенными носителями традиций. Познакомиться с традициями Симбирского края на концерт приехали конкурсанты из разных уголков страны, в том числе из республики Башкортостан, Удмуртской и Мариэл. Поем мы уже давно, лет 10 в фольклоре. Мы ходили в хор. Вот. А вот в таком составе, нас 5 человек теперь, мы 2 года. Порадовали зрителей конкурсанты из Ульяновской области, в составе которых в основном молодежь. Но именно фольклор меня привлек выездом с моим руководителем, Москаленко Натальей Михайловной, в экспедицию. И я услышала пение бабушек, и вот этим я зацепила меня. Впервые в конкурсной программе участвовали детские коллективы. В этно-баттле принял участие детский фольклорный ансамбль «Жихарка» из Ульяновска. Ребята исполнили потешки, которые им передала и научила исполнять Клавдия Ивановна Васина, жительница села Попузы Базарно-Сызганского района. Интересно было послушать и совместное исполнение Клавдии Ивановны и ее воспитанников. Фестиваль-конкурс «Свадьба в Обломовке» в очередной раз дал возможность коллективам, этнографам и всем, кого интересует история, семейные ценности и традиции, окунуться с головой в атмосферу русского быта и обрядов. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.